ваших экранах панорама главной спортивной арены России, стадион Лужники, большая спортивная арена, которая готовится принять матч третьего тура МЛБ первой лиги. Торпедо играет против Черноморца. Отличная погода в Москве. Всю неделю лили дожди, но, видимо, сегодня футбольный бог сказал хватит. Большая ремарочка. Сегодня давай. Же день военно-морского флота. Я уже отмечал. А, ты отмечал. Да, все, тогда поехали, друзья. Стартовый свисток. И давайте переходить к составам обеих команд. Торпедо, Черноморец, МЛБ, первая лига. Можно отсюда попытаться подавать, но нет. Не будет здесь навеса. Вот отсюда пошла. Или даже это удар. Ух ты, для Бабурина. Какой выстрел непростой. Первый угловой у нас в этом матче. Хороший удар. И, по-моему, это там прицелился как раз-таки не Шамиль Лисадуев это был. И словно непонятно, а у кого получается. А кто здесь команда со второго места? А кто здесь команда, которая говорит о том, что хочет вернуться в РПЛ? Что там Самсонов возмущается? Ух ты! Зырянов, красная! Но Черноморцу это никак не мешает. Левая бровка, они быстро атаку проводят. Наделькина перевод, отличный момент. И добивать мяч можно здесь. Удар справляется Шляков и нужно выносить. Сложно это сделать. Удар 1-0! Шамиль Садуев! Вот такое, пожалуйста, вот такой поворот. Может и не нужно им Константина Зырянова на скамейке. Очень спокойно Черноморец эту атаку проводит и очень спокойно доводит ее до ума. Шамиль Садуев, первый его гол в этом сезоне. Самсонов. Подача делает, ой, ее не очень удачно здесь играют защитники. Как опасно это Игорь Лебеденко. Москвичев, который появляется, Бабурина выкупили. То есть, прямо скажем, что по именам-то команда подобрана очень хорошая. Йорди Рейна! Вау! 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 Вот это голище! Йорди Рейна! Ничего себе! Ничего себе! Что он сделал сейчас? 1-1! Какой привет Фролкину! Какой удар за шиворот! Вау, мы это видели! И если вы это не видели, то вы совершенно зря проводите это воскресенье. Подавать уже пора, но пас низом идет Садуев в районе штрафной. Бегает туда-сюда. Положил Самсонова, Садуев! Дерзкий. Дерзкий Шамиль Садуев. Как он играет. Вот тот самый случай, когда приятно быть тезкой такого человека, как Садуев. Классно он сегодня делает. В обороне резервы сейчас Адаев. Сейчас Черноморец об обороне будет думать? Адаев с мячом. Ой, неприятный удар. Забивать, может быть, здесь нет. Это кто там головой? Бородин? Бородин, да. Бородин помог. А будет ли думать Черноморец про оборону? Слушай, хороший вопрос. Йорди Рейна. Забрасывает Гангадзе головой Фролкин. А вот опять момент. И опять все быстро-быстро, неожиданно выбежали в атаку футболисты Торпедо и Георгий Гангадзе. Вот, пожалуйста, только мы сказали, что не очень он заметен. Как вдруг, пожалуйста. После гола Рейны моменты и у тех, и у других. Гангадзе с мячом офсайд. Сейчас положение офсайд. Вне игры. В воротах мяч, и болельщики ликуют, но там было положение вне игры. Гангадзе особо не спорит даже. Все. Все, дает финальный свисток Андрей Фисенко. 1-1. Третья ничья Черноморца в этом сезоне.